Стадиум Life прошел 4-й благотворительный танцевальный марафон «Лучшие друзья». И съемочная группа «Европа плюс ТВ» тоже побывала на этом по-настоящему добром и светлом празднике. Популярная певица Глюкоза уже 4-й год подряд является организатором благотворительного танцевального марафона «Лучшие друзья». Марафон получился. Люди натанцевались, наобщались. У нас сегодня было много разных интересных, там, не только танцы. Там, кто-то мог сделать прически, там, кто-то какие-то рисунки на лице. И покушать было, и все. То есть у нас было, в принципе, все для того, чтобы сегодня был интересный, счастливый, красивый день. Для всех, для нас. И они уходят счастливыми, это самое главное. На марафон собралось более 1500 участников. Поддержать это событие приехали известные артисты, теле- и радиоведущие, журналисты. Первый раз на танцевальном марафоне перед участниками выступила Юлия Савичева. Я улечу. Главная цель фонда «Лучшие друзья» – познакомить и подружить молодежь с нарушениями развития. И самое важное, что немало пар нашли друг друга именно на танцевальных марафонах фонда «Лучшие друзья». Это так здорово! А все благодаря объединению. И у этих людей есть возможность почувствовать, что у человечества есть очень мощная энергия объединения, которая может делать очень много. В этом марафоне каждый год участвует молодежь с нарушениями развития, а также все желающие поддержать это благотворительное мероприятие. Ребята из фонда обожают танцевать и каждый год с нетерпением ждут этот марафон, потому что на нем можно принять участие даже в танцевальных мастер-классах, которые устраивают такие известные танцоры и хореографы, как Евгений Папунаишвили. Здесь собрались люди, которые просто вот в силу своей какой-то эмоции, внутренней, не знаю, внутреннего ощущения, у них как раз, возможно, какой-то ограниченные возможности по пластике в каких-то моментах, но точно безграничные возможности по эмоциям. Это 100%. Все были в восторге. Тем более на таком марафоне каждый мог познакомиться с новыми людьми. А возможно и найти настоящего друга. Конечно, марафон будет проходить каждый год и собирать все больше и больше участников, потому что добрых людей на таком мероприятии объединяет одно. Это любовь ко всем и помощь нуждающимся. Вы смотрели выпуск Hot News на Европа Плюс ТВ. Все, кто не смог быть с нами, я вам хочу сказать, что вас безумно не хватало. Я надеюсь, что на следующий год у вас найдется для нас время, силы, потому что это очень важно, быть здоровым, крепким, чтобы помогать кому-то, нужно быть самим. Готовым и здоровым. Поэтому мы вас очень-очень ждем.